Добрый день, дорогие зрители! Вы на канале, где каждый день мы рассказываем о жизнях наших знаменитостей. Не забудьте подписаться. К сожалению, сегодняшний день принес для всех нас печальные новости о известном актере, которого большинство зрителей могли запомнить по ярким советским картинам. К сожалению, это уже далеко не первая потеря, которую мы получаем в месяце апреля. Дело в том, что нам пришлось проститься сразу с несколькими известными актерами. И вот пришла новость сегодня об уходе Аразмурада Гумадова. Это известнейший советский актер, который родился в 41-м году и мечтал о карьере в мире культуры с самого детства. После окончания творческого учебного заведения работал в разных театрах, в том числе в Государственном русском драматическом театре имени Пушкина, ставил множество спектаклей, также работал на телевидении, в документальных и игровых фильмах. Зрители могли запомнить его на экранах в фильме «Люся», «Утренние всадники», «Не хочу быть прохожим», «Сказки о волшебном бисере», «Аромат желаний» и по множеству других ярких популярных картин. Вот такая трагическая новость. На нашем канале еще много интересного. Подписывайтесь и всего вам доброго.